spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена линейка спиннингов под названием Blackstar, производителем которой является известная многим отечественным рыболовам компания Stinger. Это серия удилищ с невысокой ценой и современным дизайном, среди которых можно найти варианты как для твичинга, так и более универсальные. Давайте поближе рассмотрим экземпляр 792 ML. Линейка Blackstar на данный момент состоит из 9 моделей длиной от 180 до 240 см. Также стоит отметить, что здесь представлена модификация от класса Ultra Light до Medium. Минимальный тест по приманкам составляет от 1 до 7 граммов, максимальный находится в пределах от 7 до 28. В районе комля мы видим все самые важные характеристики, включая тест по используемой леске, указанный в либрах. Удилища имеют двухчастную конструкцию со штекерным соединением типа Put-Over. Строй производителем заявлен как Progressive Fast. При изготовлении применен карбон T30 от известного японского концерна Торей. Серия отличается большим запасом мощности и способностью хорошо отрабатывать рывки пойманной рыбы. Спиннинги оснащаются облегченными пропускными кольцами SLT, расставленными по концепции KR Tangle Free. За счет вставок из карбида кремния мы можем использовать как монофильные лески и флюорокарбон, так и плетеные шнуры. А специальная геометрия рам снижает риск захлестов. Хукипер не предусмотрен. В серии устанавливается аналоговый катушкодержатель IPS с верхним расположением прижимной гайки. Она помогает зафиксировать безинерционную катушку максимально крепко и надежно. Вес, в зависимости от конкретной модели, составляет от 98 до 146 граммов. Эргономичная рукоять цельная, обладающая достаточной длиной, чтобы обеспечить упор предплечья рыболова. При изготовлении используется практичный этилен-винил-ацетат, или сокращенно EVA. На время хранения спиннинг Stinger Blackstar укладывается в прочный тканевый чехол. Снаружи мы видим главные характеристики конкретной модели, такие как артикул, длина и два вида тестов. Это двухсекционный футляр с клапаном на текстильной застежке. В одном отделении размещается комлевая часть удилища, а в другом – вершинка. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.